сегодня впервые. Верни домой забытые закаты, где я? Новосибирск. Еще час назад тут был sold out. Боже, вы потрясающие. У меня нет слов. Это фантастическое шоу, фантастический концерт. Вся машина в цветах, в ваших подарках. Столько просто. Мы подарили мне сегодня любви, тепла. Не могла уехать с площадки час. Новосибирск. Любовь.
good morning. Good morning. И не знаю, законно так хорошо выглядеть в 5 утра по Москве, Ань. Нет. Нет? Господи, как хочется спать. Антон. 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 5:15 в Москве. Доброе утро. Раз, два, три. Новосибирь! Девочка гордая, ты искал идеально, вот она я. Твоя роковая ошибка, вот она я. Твоя роковая ошибка. Сегодня улечу, курю айкос из твоих чувств. Твой номер, гейм овер, я больше не хочу. Сегодня улечу, курю. Кто давно следит за мной, за моей карьерой, наверное, знает об этом. 15 мая будет ровно 19 лет, как я на телевидении. Мне скоро 19 исполнится. Я уже совершеннолетняя. Уже можно сказать, забирай меня скорее. И вы знаете, сегодня, когда мы ждали, когда зал соберется, я увидела, как идет бабушка с внучкой, с мамой и с папой этой девочки. Три поколения. И это фантастика. Это до слез, до глубины души. И нет ни одного слова, которое бы выразило мою благодарность к вам за то, что вы все эти 19 лет меня поддерживаете. Что бы ни происходило в моей жизни. Спасибо вам большое. Все, вы потрясающие. Спасибо вам. Наткнулась на свое интервью, которое я давала 18 лет назад, и поняла, что все, что я говорила 18 лет назад, я плюс-минус то же самое говорю и сейчас. Красота, она внутри. Спасибо. Можно продолжить? Спасибо вам большое, Господи, спасибо. Благо, завтра я еще в Новосибирске, потом все цветочки будут у меня стоять в вазе сегодня. Спасибо. Присаживайтесь.